Давайте, луна это черная, череп это белая. Кто ловит сверху? Ладно, я ловлю. Ханты. Да, блин. Хотя не белый, не. Да, раз спекнись, это лучше ты. Не надо, ханты домашки. Все, я взял. Ханты домашки. Ой, нужно нежить поставить. Локов 4, порталов 3. А, Гудлик писал, что отойдет. Ну, похуй, давай без него пальнем. Да, давай без него. Давайте ДБМ. ДБ кто? 5, 4. ДБ 3. 2. 1. Блять, у меня бы во время пула прям все повисло напрочь. Есть такое. Почему? Странно, что мне крутилось? Это, скорее всего, details. Нет, у вас прилично на самом деле грузит. Нет, так именно понял, прям вот, ну, пул только начался. И прям все такая жесткая. Пол. Ага. Ну, либо details, либо DBM. ДБМ вроде не тяжелый. Бля, ДБМ не могу нормально строить. Стоим, бьем просто. Каст я сам собью. Так, меня прохилишь? Тебе больно. Убивать? Умрете. Вот и нервы не сдали. Давайте побежим. А, подождите. Мы ж не поменяли. Все нормально. Не, стоим. Стоим, да. А мне это иногда пролагивает в голове. Бутер, молитву и зайхат. Там этот идеальный, ой, не идеальный. Все, стоим с темной воронкой, Рос, прожмись там, мало ли. Хилите, в смысле прожмись? Есть, ладно. Душ, этот, что? 7 числа писал, приедет неутомимый. А что там, Геру, можно, смотрю, у вас активировалось? Да ладно, давайте, нет, ну бы оставь, подожди. Давайте, покажи. Давайте так, лучше Пригу, да, выбьем. Это что этого босса? Она, да, там last фаза же, ну. Да, это с этого босса, согласен. Давайте Пригу выбьем, пацаны, за этот. За Орду. Это что, без Гера надо убить? Эй, есть какие-то предположения, как его выбивать? А, поменяли все. Блин, в портал-то не входите, просто кнопкой протыкайте, господи. Куда вы побежали? В луну? Да. Все, давайте переходим. Переводим. Сейчас давайте переведем. Все, в черную играем, идеальный Берни Бутера. Бегайте, блять, в портал. 3 раза на челик отлыкнул место портала. Так вот тоже. Прям мужики ругают. Ну. Да пиздим. Вы же правильно бьете, да? Правильно. Да. Что рано убили. Прям с всеми сдали нервы. Ребят, мне в офисе Сируса сказали, что, собственно, упадет сейчас Прига. На пизде. Кто сказал? У нас, кстати, еще не было ни одной со всех рейдов, ни одной Приги не было. Ждали. Справедливости ради, я там не работаю, так что могли спиздеть. Справедливости ради, ты там не был, тебе ничего не говорили. Так, ну не надо врать. Понятно. Сука. На пиздели получается, пацаны. Пидораста. Ну, справедливости ради, там сфера рыцаря. Я, наверное, заберу ее. Дон, я пару минут сейчас отойду. Хорошо, давай. Так, давайте это, потом у меня другой моб открыт. Вот эту штуку.
Оптикс, Оптикс, ты сам этот выбери себе. Я ж не знаю, какие у тебя статы. Что там ролик? Сотки, что это такое? Че, ролик, бля? Это ролик. А ты отдавал грудак мне? Или нет еще? А, нет, нет, еще нет. До того, я не могу прокликать, они в одном фрейме лежат. А, понял. У нас сфер рыцаря. У нас, если много сфер рыцаря, то нужно провернуть такую схему. Их нужно все продать. И этот. И закупиться, как только в рулет подобается дешевки, да. И все равно сейчас никто не забирает почему-то. Ну, звучит неплохо. Спрашивал, что-то мне никто не ответил. Я бы забрал 4 сферки за ГП. Да, да, ты можешь на блат. Ну, если у тебя что у тебя там в заметке написано? У тебя написано main BDK. Дайте ребаф, пожалуйста, по пристам. Ну ты же не танк, ты ДД. Говорят, что у тебя этот 29 должно быть, а не 3. Против альянса... Подожди, ты еще там ролил? А я ролил уже этот АТМ? Нет. Да, я ролил, 17, успешно. У кого-то есть на ботинке 18, скрыта 18 меткости? Купи Саука, они там стоят 250 чарка. Серьезно? Да. Понял, спасибо. Я искал в гильдии, не нашел, пошел аук, чекнул, купил. Так, Дуат, у меня два спека, один ТД и один танк. Ну, танка у меня два разных спека. То есть у меня мейн это танк, офф это ТДшка. Я это к тому, у разбойника ведь только один спек, ДД. Почему тогда ему отдали метательное на офспек? В смысле, у него есть мутики или на хилочку? Мутик и комбат, там разные одежды. Ну смотри, а у меня получается вообще может быть 6 спеков, да? То же самое Frost и Blood. БДК танк, Frost ДК танк, Unholy танк, Unholy ДД, Frost ДД. На мейн ты забираешь те, которые ты типа одеваешь в основу, а остальные у тебя офспеки. Понял? Ну, типа, смотри, то же самое, что вот комбат и мутик разные одежды, то же самое Blood Unholic тоже разные одежды, и Frost Unholic разные одежды. Какой у тебя мейн, тот у тебя идет по приору, типа, если ты там мейн условно Blood, ты забираешь шмотки на Blood по приору, если ты мейн Frost, ты забираешь шмотки на Frost по приору. И у тебя станковские спеки отличаются только оружием. Все остальное у тебя просто танковский спек. ДД спеки разные все, шмот, на все три. Хорошо. Ты вообще, ты если во Фросте играешь, то почему ты, кстати, записан как этот, как БДК? Тебя надо просто записать как Фрост. Ну так-то в Наксе я танком был. И я был Бладом. Неделю назад я был Бладом ДД. То есть ты Блад ДД в основе своей. Ну кто у тебя мейн спек? Кого ты одеваешь в приоре? Вот, то все остальные фотки ты не сможешь лутать, только как на офф спек. Ну как, я могу... Я сейчас иду как ДД. Я могу, соответственно, лутать шмотки как на ДД спек. Да, или на Фрост, или на Блада. Точнее, на Блада, потому что ты записан как Блад. А на Фроста ты будешь лутать только вместе с этим, с офспеком. То есть, если никому из мейнов не нужно будет. Для этого и спрашивается, какой мейн-спек. Гильдию записывается. Хотя у нас ой, сейчас редко записывается. Блад от Фроста, естественно, это просто количество мэрпа. С января. Ну, вообще, да, он просто хочет на 3 спека сразу лутать. Что? По очереди. Там как бы приор по статам у них разные, у ДКшников. Так я тебе игнорирую и говорю, что у Блада тебе нужно больше, больше арпа,
У Фроста тебе вообще на все пофигу, тебе просто нужна сила. У ДКшки примерно, у Анхолика примерно то же самое, что у Фроста. Только это, стоимость хосты дороже становится. Так, ну также Исполин, ты в танке. У тебя есть 2-4. Добро пожаловать в новую роль. И осталось на вора еще одну. Будет еще так, один танк. А где у нас Найдер? Я иду уже, сори. Давай. А, я на боссе. Исполин, ты на трэше. Черепочек ставлю, я его к себе грибую, ты берешь второго. Черепочек мы свичаемся. Чуть-чуть там раздотаете его. Вообще лучше в него сыграть. А потом просто клиф, когда он умрет. Давайте под босса залазим. Кто на этих? Да, Невер, давай ты. Понял. Ты на сферках. Нахан действительно дамажит, хорошо. Синкай, молодец. А, ну ты там трапы накрутил. Да там пиздец, блядь, трапы и баш, конечно, хуй уедет, блядь. А, вот еще моего этого, да, слова не ведет. Так, и в Грулав слот цель тоже трапа ебашит сильно. Это просто траблинцер такой. Ну да. Ну, а, потому что это сломано. Короче, давайте последний раз чек. Я готов. Краш-тест. Все, давайте ДБМ. В кои веки. 5, 4. Ну давайте, кто пульнет раньше? 50 голов. Я сам пульнул. Да, вы гриппы под себя лужу, да, все. О, ребята, да, сколько СПД. Только СПД, если танк тасает на этого моба, не предупреждая. У меня под твою прожимку щитки на 12. Нормально. Надеюсь, у вас дохуя агро. Не, да. Так, вы в черепочек так побольше сыграете, у меня 7 стаков. Понятно. БР дайте. Слакер. Забери, КД. забери. КД. КД Войд. Войд БР. Рибов. Новый череп забрал на себя. Пристабав лапку дали. Сейчас заберу босса, Исполин. Забирал. Окей, окей. Идеально, когда хотя БР, БР не шкодлик. Стан прохил. Барить гудлика? Добили мобов. Кубоп СС в Донта. Кару СС в Исполина. Где Донт? Выдал. Блять, не выдал. Съебался. Получилось. Не вышло. Четыре. Ну, просто играйте больше черепочек. Сам через боб. Сам себе боб дашь. Я не услышал, мне гудлика бэрить? Блядь, не баба, баба, а боб. Быстрее, карнес, 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 быстрее. Куда он делся? А он заеводился, блядь, ты проебался, чувак. Не, он выползит, когда... Не, он нет, ему пизда, он быстрее не правильно сделал. Блядь, карнес, карнес. Что ж вы? Ну, выглядит как ГВЛ, ребят. Ну, да, типа... Да, давайте упадем. Угу. Хотя, на самом деле, мы успеваем все равно. Но, похуй, давайте лучше упадем. Да нас... не, ну сколько он? Минус 4. Так и гудлик упал, но без гудлика я не согласен. Без гудлика рейд не рейд. Кстати, гудлик ты больше, чем полюшка дамажишь. Который топ-1 лок, серега. Топ 0.5, я бы сказал. Да, вообще-то, типа, да с гудликом. Что, топ-чекушку, блядь. Гудлик получается топ 0.49? А что случилось? Почему гудлик молчит? Чего? Почему гудлик молчит все время? Не знаю. Масрез могу дать. Да, дайте масрез. Кто-то кайфанем сейчас. Зря качались, что ли? Ага.
Вот так. Гудлик, а где, где Абула? Он типа, он же вернулся как-то и так и не начал играть. В плане? Ну там только я в агро, по-моему, в агролист влетал. Больше никого. Просто агрессивный. Не знаю, я на первом месте в трэш. Там еще ДК какой-то был, по-моему. В тебе нет бога. Я этому рад. Считаю это своей победой. Ну, короче, да, посвечитесь, что ли, в мобов, не знаю. Есть рыба? А, есть рыба. Вижу. Тур, расслабились. Так, по-моему, разные эти данные. Да, это разные мобы. Не разные мобы нужен. Ах ты, ля, какой хитрец, шаманизм. А, блин, нет. Это не я хитрец, это Рос хитрец, блядь. Так, наоборот, не Скоробеев Роя нужно смотреть, а Рос правильно показал копать. Ну, а на перефазе, так кто будет Скоробеев бить? А, Скоробеев на перефазе был пиздец. Я думал, как бы успеть выцепить кого-то, отдать боб, но там без шансов. Нихуя я молодец, блядь. Слушай, Нерзик должен больше дамажить, тут трэша до хуя. Нерзик. Кто? Ну, наш комплекс. Нерзик. Нерзик. Ну, когда, блядь, школа будет, он будет много дамажить. Школа на кадетах и все. Не, ну... Так, все поели, там фласки перепейте, что-то такое еще. Нам еще целый никси убить. Блин, точно. Я, кстати, напал, а пик выбил с этого сенсора. Я не знаю насчет сегодня ульдуар, давайте поставим на другой день. Просто закрыть. Или на сегодня, я не знаю, я просто уже говорил, что не сегодня будет, но похуй. Два, один. Прошу не оставлять его надолго. Ой, ну это, конечно, осуждаю такие пулы прям совсем галимо. Вообще-то с ДБМ пула было все. Блять, почему? А, сука, разбили, хорошо. Нерзик, ну короче, поставь на трэш под шквал клинков. Здесь охуенно работает. В череп свечнулись? Все, просто кливаем дальше. Дон, на тебе СС есть? Нету. У нас здесь КД. Окей. Да ничего не КД. Этот, Гудлик, дай СС по Донту. Фейс по Лину. В череп свечнулись. Гудлик, я не вижу СС на Донте. Или меня просто что-то не отображает Вуду? Я не вижу ваших ручек. Трэш, трэш, трэш. Побежали. Ну на Донте нет. Так, Сондай, отходи к стенке, я тебе дам боб. Ну, а, у тебя штучка есть, точно, я забыл. Ну похуй. Иди куш. Да кто там бьет? Алло. Чей бес? Почему он бьет, блять? О, кубоб. А ну, прохиливайте. Ты 4 беса бьют, да. Обидите. По максимуму. Это я просто у меня бес по агрессии был, он не туда выбер. Ну, больше так не будет. Ты поможешь их контролить? Акт да. Вандализма от беса. По мне боб был. Нет инфа. Сейчас на димбузер... Блять. Очень жестко лагается ряма. А что, тут есть какой-нибудь... О. Я разбил. Они хорошо... Да, я разбил, разбил, разбил. Вот, все, разбил. Тут уже есть. А все. Ой, агрот сделайте. Череп сыграли? Страшный, его пробивают сильно.
Я, кстати, смотрел этот ФК и ВК на X1. Там побольше ДПС, чем у нас, пацаны. Мы прям сильно отстаём. И ВК смотрел? И ВК. Да, и ВК. Там 4-4. Ну, у нас уже у всех почти 4-4. Куда там... еще ссылки не забывай. У кого 4-4? Ни одного лука нет. Только шамани знают, но 4-4 есть. И да, фейп. Он 3 человека у нас. И ГГ снип, наверное, черепок залили. И ГГ снип. И все. Ну, и у меня по факту 2-4, это уже по факту, ну, 4-4. Сейчас закапываемся. Поставь по этим. Угу, поставим. Ну, бис, громко сказано. Побежали, На текущем контенте бис. Да мы нормально добавим. Кто же что делаешь? Бля, ты боб хочешь дать? У тебя точно есть боб? У тебя же он в КД. Да что ты делаешь, папл не работает. Не... Блядь. Ну, пиздец. Чувак, тебя жизнь вообще ничего не учит. Быстрее. Не выбрать. Нормально. Умер. Убили этот Void Bear. А, вот идеально умер, но он был с этим. А кто там стоит АФК? Ну вы что, рофлите? Бля, пацаны, ёп. Да что? Ну типа куда? Зачем вы этот идете, блядь? На другой стороне, блядь, идите. Ну в центре-то не бегайте хотя бы вот так вот. Я вот этого просто не понимаю. Типа чё Невер? Годлик, иди блужу. Фу, вы меня пугаете, хлопцы. Оптикс, особенно на другую сторону перешли строй... какие? Да, ты типа хорошо всё сделал. Но Оптикс вообще что-то мутит хуйню. Блять. Там я не достаю, там нету сфер. А. Я ее прикрепнул просто. Все, повторите в миле дается. Так, а мы же за это переведем. По-моему, мы переведем. Геры, да? Да, давайте Геру. Войд пооткать, по откату дашь этот. Хил. Все, прожался. Больше криво. Босс играем. Шаман, поставь тотем на ману и гимн бутер дай. А блядь, нет, стойте. Ладно, похуй, давай гимн бутер. Не успели. Мамба. Вышли. Ну за контроль тех. В смысле, не успели, успели. Второго забери, спалим. Все, успели. А, идеально, быстренько. Мамбл, помол. Чё, сыграйте? Я заправил. Не захил. Стоп, флот. Мамбл доиграли? Забери с этого с меня. Все, боссы спокойны. Метки надо поднимаем. Можете чуть волноваться. Паника. Так вот, Оптикс, ты бы типа написал, что ты не знаешь тактику в целом на ИВК. Ну, точнее, на ИК. Мы ж не знали, что тебе нужно объяснять что-то. Он дэй, гимноману. Он дэй. Да, он дал. Дал. Ну почему мне КД не пишется? Все, походу, опять по завершению пишется, да? До сих пор нет. Что-то сломалось. Есть кинер? Да он вам уже не нужен. Но его нет. Бутер, можешь забей на дунта вообще. Да Цешка вообще это нет, танков ничего. Не трогает. Да блин, как перегнать этого босса, скажите мне. О, ну. Стой, дайте ему боб. Сам дай. Некогда. Кару. Чуть-чуть. Я там с ним сражался уже нормально. А че, щиты на ласт-фазе вообще бесполезны, что ли? Ну такое частично. Второй маунт, кстати, за сегодня. Этот, ставьте тотем куда-то там. Ну, не тотем, а портал. В Танарис. Или в Дарнас. Куда там? Тарамур называется.
Да, вторая морда. Ролим, пацаны. Какие ты, блядь, где моя сотка? Да в смысле? Уберите свои роллы. Он вам не нужен. Пацаны, сразу предупреждаю, Алар, который ока обычки, 200к даю сразу с пула. Да, я тоже люблю Алара. Когда вы ее? Ну, ты нафармися 200к, потом предлагай. Так, нафармлю. Ну все. Я тогда, если он предложит 200, дам 250. У меня уже сотка как бы есть, поэтому... А что поэтому, ну, так еще докопи его до Алара. А докоплю сотка за 2 недели. Ну, второму зашли, блядь. Это, пацаны, скажите, какой у вас ДБМ? Потому что я ДБМ пула вообще не вижу. У вас адмираловский или этого Алекса? Алекса. Ну, они с адмираловским должны видеться. Слушай, друг друга. Они видятся. Я хоть знаю, я не вижу, короче. Не видится, а у тебя адмираловский? Да, у меня адмираловский. Странно, Алекс, потому что у меня раньше стоял адмирал, точно такой же ДБМ пул был. У меня был адмираловский, дон запускал, все нормально было. Сейчас дон поменял, и все, уже не видно его. У меня, кстати, тоже, когда был адмираловский, я видел Алекса. Через объявление рейда раньше он был. Потому что у меня там вообще он, типа, ну, не сирусский даже был. Потому что адмираловский все нормально всегда, и анонсил все нормально. Не знаю, почему поменяли его. Послушали этого Сильваныча, он же топ-игрок, поэтому, видать, его послушали. Короче, Алекса качать, правильно? Да нормально, нет, Алекса... Адмираловский качай, и все. Да чего? Я адмираловский не вижу, да, под X2. Без разницы какой, на самом деле. Так, что, я выкрутил. Адмираловский под X2, но он у меня почему-то здесь везде анонсен, все нормально. Дон, только передай мне через... Ну, ты понял. Не, он анонсен нормально, но я просто ДБМ пула, блядь, не вижу. А сколько ты хрош штук забрал уже, блядь? Штук 16, блядь. 8. Я считал. Это все неправда. А вы вообще что? А нахуй тебе столько? Ты за Ворон. Т4? Вот это я за трофей Вангарда. Ну вот это второй. Вор, верни мне звание. Да ты будешь ЕП всем начислять, я тебя не доверяю. В смысле, блин, ты как минимум это умеешь в журнале? Нет, если я не в онлайне, я не вижу ничего в журнале. Рос. Ну оно записывает журнал, алё. Нет, Рос. Нет, а вот этот синий и пепел Лара, это откуда? Это и... за 200к с гильдии. А, понял, спасибо. Ты можешь там в 3 часа ночи, когда никого нет, тебе начислять, и никто не узнает об этом. Ну, кроме тех наших записей, которые мы ведем. Ну, да, не можем, серьезно, это так работает? Так же и Рос может, да, все начисляют. Да, да. Поэтому мы то записи ведем. И ведем каталог. Поэтому Донт ведет, и Рос ведет, они оба ведут записи. Сколько тебе приоров? Ну, вот, а в чем та проблема-то, если все ведут? Надо, чтобы третий был, да. Я за то, что шаманизму вернули, да. Рос, подожди. Трое контролировали друг друга. У Роза 29 приора. Фиксируем. Дон, сколько у тебя приора? Вы просто скриньте ЕПГП и все. Да. Я не знаю. Как вы это воспользовали, типа? Ну, если еще в этот. Что да, за... тут как десятки. Ну, только там нужно будет отбегать от хранителей, типа, которые там кастят, кливает маленький моб и кастует АОЕшку. И Аникси задувает дыхание. Нет, а что, по одному не... будем бить? Я один статью, что ты доверие, что ли, поверили? Да, нам сумануть надо остальных. Что ты доверие ко мне такое? Нет, бля, да не вопрос к тебе. У меня никаких вопросов нету. Тебе нужно звание сильно? Ты хочешь начислять ЕП? Да нет, ну я просто так подстраховаюсь кого-нибудь. Вот сегодня меточки стоял, в прошлый рейд меточки там стоял, там переносил с группы. Это без звания. Меточки можно ставить. Это то, что у меня есть звание, мне сразу дается типа ассист, поэтому я этим занимался. Это авторитет. На, если тебе так это важно. Да не важно, не, на самом деле пофигу, ну типа, блин, было и было, какая, зачем снимать? Я просто не понимаю, зачем снималось это. Да, было и было, пофигу. Чтобы меньше людей было с доступом, я ПГП. Ребят, давайте просто... досумоним, потом уже пойдем. Условно, когда, например, доступ к ПГП есть только у меня и Донта, мне не нужно его контролить. Не, без проблем. Я трогать вообще не буду ПГП, если только не попросите. Рос, дай мне 200 голды в команду. Товарищи, я не буду трогать. Не знаю, Донт роллил, нет? Да, бля, в курсе Дон. Забрал. Донт, где лут? Ну, я надеюсь, не в боте он остался. Отлично. А кто его там это, что-то выиграл у нас? А ты вообще ничего не разраливал? Я все разраливал. Боссом. Нет, пусть топор не разраливал. Трофей ты выиграл, топор Дуат выиграл. А так ты Дуату ему отдал?
Подожди, Туат, ну куда ты лезешь, блин, со своим обменом? Ого, держи. Блин, на сету с грула топор падал, нет? Хуйня падала вообще полная. И молот не падал, да, блядь, с этим? Нормально там все падало, чего вы начинаете-то? Три токена на паладина падало, все. Рос, а молот не падал? Падал. Да я бы уже был или с молотом, или с этим, но ничего не падает. Пушек вообще не было, да. Чё ж так нам не везет-то? Я иду всех пулять. Кого увижу, всех запулю. И токены бесполезны на паладинов падают. Пиздец. Тут не плавка, вообще не имеет смысла. Не, на самом деле с токенами полная хуйня. Чё, в каре не падают токены, блядь, самое нужное? Что в этом? Что маги груля? Вспомни, да, маги груль первая же КД у нас тоже все на паладина упали. Сейчас опять, получается, на паладина все. Сильно близко не подходите, а то... Но вы забываете, что там еще разбойники и шаманы? Ну, на разбойник, да. Мы только про паладинов пока сейчас обсуждаем. Ну, токен-то одинаковый. Льда намекает. Кто-то сказал паладина? Да. Кстати, не знаю, на Локову два месяца вообще не падал ни одного токена. На Локову? Нет, падал токен. Вот, на Эвро вроде есть и у Донта. Не, я имею в виду то, что именно который где-то ходил, он два месяца вообще не падал. У Донта, по-моему, штаны, у меня, по-моему, трудно. Не, да, у меня плечо, а у тебя что? Нет, у меня нагрудник. Нет, тоже нагрудник. Локовский, который. Ну вот, три токена за сколько? За все время. Ну, кстати, держу в курсе, кто у нас основной практически все шаманы, паладины, разбойники будут в Т4. Конечно. Потому что у нас уже много кто оделся в Т4. Наделся. Извините, да. Дайте уже ГП этому господину. За провокацию. Да, за такое нужно ГП давать, конечно. Да, за такое, за такие ошибки нужно ГП давать. Да, душить несчастно. Ну, во-первых, хотя просите, я не знаю. Шаманизм. Первый раз там у нас написано предупреждение, а второй раз ГП 50. Да уже второй раз тоже Кикс гильдии сразу. Жестко. Но в принципе, 2 Т4 сегодня полутал, в принципе, уже можно и кекать, да. Ты паладин, что ли? Можно с Tomorrow Sunday, да? Как там гильдия называется? Скажите, пожалуйста. Tomorrow Sunday. Tomorrow Sunday, да. Ну там осторожно, там паладинов хуесосят. Нет, так никто не сказал, кто там у них стример, как посмотреть, кто там... Феникс там где-то. Не-не-не, там какой-то Аби, да. Какой-то Аби Абу. Да, блядь, у Кубоба спросите. Обливен, что? Я не помню. Облива? Аби Абу. Подлива. Подлива, да? Он, нет, кто, как? Вот правильно сказали, не Абу Бандит какой-то, вот Аби Абу, что-то вот такое, ты правда там такой ник. Так, подождите, а что у нас? Вовбро, ты заходишь? Куда я захожу? О, не вовбро, блин. Босс. Он не сможет с нами. Босс, да, он не сможет. Ну, поменьше, не пошли получится. Все. Давайте. Перчик. Стоп. Мы с шаманами разобрались нормально? Ну, у нас только три. Давай сейчас... Я к себе к Донду кину. Ну, или ты кинь. Чё, у нас Локи будут дамажить, получается? Ну, пусть дамажит. Ну, в принципе, да. Нет, на миликов нужен шаман. Милики постоянно дохнут. Вот мы в лесу не идём. Невер, заходи за шамана на собой, кстати. Ну, зачем? Будешь четвёртым, чтоб не бегали люди. Да, но она в следующем КД что делать? Ну, типа на следующем КД. Ну, ладно. В следующем рейде ты хантлом не пойдешь? Ну, блядь, как я тебе, блядь? Типа, ну... Нет, сейчас же убрали. А, блядь, ты сейчас хантлом, все, я забыл. Ой, да. Ну понятно. Ой, я не бью, у меня... Трини. Тихо, стоп лут. Я не бью, у меня трини сейчас пропнут, поэтому бейте сами. Пусть там, я стою жезлом бью, блядь, чтобы трини не пропнули. Вот эти абузеры. Танку бью. Так, пуляй так. Хуя удар. Ну пусть убивает. Вообще должен добить тот самый лох, который использовал. Тот был, да, лох один такой, которого. Не видел. Кубок. Все, поехали, пуляем. Дебэмпл. Вы моего Риву должны узнать сразу, пацаны. Это был не я. Скажи только. Три. Только. Два. Один. Неплохо.
Какие вы сегодня юмористичные, ребятки. У нас сегодня хорошая рейд, мне нравится. Только ничего не падает, блядь. Но плохо. Да это, блядь, шмот не главное. Главное душа. Куда ты его повел? Вообще, Дон. А я не знаю, что он вообще смотрит. Дон, ты точно тактику знаешь? Да он меня закинул непонятно куда. А, блядь, ты мне собаку убил. Да сам нет, слушай, все, давай умирать. Я сейчас все убью. Что происходит, ребят? Ты забыл, где танчат фиксы? Вот там именно вам нужно танчить. Блядь, перехвалили Донда. Кто вообще Донда хвалил? Дайте пристабах, мазбах. Да все, слушай, ну у меня собака мертвая, это пиздец. Как простить, блядь? Бросить, ой, это ГП тому, кто хвалил Донда. Это вроде Невер был. Я не хвалил его. Я наоборот его ярый хейтер. Так, ребят, когда босс взлетит, нужно до дыхания перевести. Хочу сверить. Босс уже не взлетит, он переименовался. Понял. Одна из шутка смачнее другой. Одна за другой. Геру. Какой? Сука. Душите, пока еще милики могут бить, давайте. Не знаю, я перетарюсь, мне поебать. Я на мелких собираю их. Ну, блядь, мало, 5% с него сняли за этот. Мы собаки не было. Долго жить, как говорится. Была бы у меня собака, было бы больше ДПС. Да почему я такой злой? Потому что у меня собаки не было. Ну, это да. Да, это ДПС. Да это пиздец. Слава, герой уже кончился. Фу, я обиделся, нахуй. Мне ЕП дополнительно нужно за такое. Когда танк собаку, блядь, убивает твою. Вот Дайси, кстати, нормально надамажил. Тут черри джинджин будет. Она там бедная, побежала. Блин, подведите этих мелких так к большому мобу потом. Все милики играют в этого. Стража Аниксии, быстро. Давайте. Че, он там затолкнулся? Нет? Бля, у нас второй выходит, это пизда. Да хоть не будет. Второй нормально, а третий, чтобы не вышел под рефазу. Сейчас мы просто в какой-то момент... Прибежали милики. Отошли. Хоптик, слайкер. Да. Берит, нет. Все, фаза. В моба залейте, стража. Все, все кастеры играют в мобов. Все кастеры в мобов. Милики ушли на дракона. Моба, подойди чуть ближе. Все кастеры играют в мобов. Милики в дракона. Короче, подводи его, да, ну... Клики, станьте в печеньку. В печеньку. Подальше от дракона. Идеальный БР. Ой. Бывает. Но я знаю тактику. Void Inner Karnes. Ну я вижу, он сейчас кдэшит его там. Фейп накрутил. Да он там вверх крутил свой, я все видел. Да понятно. Ну да. Шляпная тактика. А это ж у него ж получается от яда у него энергия еще восстанавливается. Он может прям ГКД. Ебать, если зареза собаки, блять, в последнем месте из ДДшников. Пиздец, блять, Тонт. Захейтил меня. У него просто это на бесконечная энергия была. Имба, прям. Ребята. А кого-нибудь из наших же ДКшников есть? Типа, ты там, ну, 2Т4 на танка. Там же что же есть какая-то тема с анхоликами. Вроде или что-то такое, когда не очень много у ДПС стоит. Да. Ну они, в принципе, оно. Ну, смотри, я на 6-м месте сейчас. Ну, у меня просто ДПС весь забагался. Куэлл, ты есть стать? Если есть стать, вставай. Тонт, прожмись. Так вы в расколах тоже не стойте, старайтесь. Ой. Пизда повернул, да. Так же, как мой собачку убил.
моя бедная собачка кусала за ножку дракончика, а Донт решил ее убить. Фу, наверное, сегодня какой-то душный. Да это пиздец. За эту собаку мне уже тошнит. О, кольцо упало, ребят. О, кстати, да, колечко это классно. Кстати, колечко выпало. Классное, пригодится в ОКХМ. Да ну, нормально. Целка в 25-ке будете там на этой... Да, блин, Синдрия. Не знаю, на Синдре она не очень кажется. Ну хз, там да, больно достаточно. А с этой головы что, на хил пала падает? Ну, это то же самое, что с десятки. А, тогда. Слушай, мяч-то неплохой или хуйня? Нарзик, голову забирай. Вообще. Пацаны, вы... Нихуя? Дон, кольцо пороло? На мне лучше. Не, да ничего не пороло. Хотя, слушайте, ну... Да не, мы ж вроде, ну, типа, уже обсуждали. Ну, там Саня определенный перечень шмоток говорил, который... Я вам скажу, пороло, что плащ хуёвый отсюда, поэтому я бы его вообще пороло отдавал. Не знаю, Дон, что ты думаешь насчет льды? Сегодня или завтра? Или во вторник? Ну, Рос, я тоже... Думаю, лучше во вторник. А что с вами будет так же, как сейчас? Типа, нет, во вторник... Да не суть, типа, убить одного-двух ботов.